Всем привет, с вами Гизен. Сегодня покажу, как сделать анимацию 3D логотипа в программе Cinema 4D. Небольшая ремарка. Вы можете изменить тут все по вашему вкусу и зависит все от ваших целей. От цвета до объектов. Я просто покажу концепцию создания такого анимированного логотипа. Файлы проекта вы, как всегда, можете скачать под видео в описании. Если вы готовы, то поехали! We'll be right back.
Вот такой проект у меня получился после рендера. И небольшой анонс. В следующее видео или через одно видео я сделаю туториал, как сделать большой мощный взрыв в программе Cinema 4D. Это будет круто. Если вы не хотите пропустить, жмите на колокольчик, и вам придет сообщение, когда появится это видео. Будьте первыми, кто это увидит. А на сегодня это все. Если вам видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, будет еще много чего полезного и интересного. Всем удачи и пока!